Всем привет! Вы на канале Олег Бритва. Сейчас я еду за Кириллом Фрумчанином Сервак. И мы с ним будем снимать запланированную нашу передачу. Первую передачу в истории канала, форума и сайта бритва.ру. Передачу о бритвах. И не просто о бритвах, а об опасных бритвах. Этой съемкой мы хотим тему опасного бритья поднять на максимальную высоту. Интересно было бы, конечно, чтобы кто-нибудь перевел на субтитры. Ну, когда-нибудь, я надеюсь, что это все будет. Вот. Значит, ну, в чем вообще прикол опасной бритвы? Вот я сейчас побрился. И скажу, что просто замечательно. Вот. Ничего такого опасного, как некоторые думают, в опасной бритве просто нет. Да, по первости как-то так достаточно сложно, не все хорошо получается, но со временем все входит в свою колею, в свое русло, и бритье опасной бритвы становится достаточно приятным и удобным. В чем плюсы, да? Один из плюсов, самое, наверное, главное, люди приходят и говорят о том, что надоел этот станок, бешеных денег стоят запасные лезвия, причем качество их все хуже и хуже. Европейские лезвия по качеству, говоря о жилете конкретно, да, по качеству нормальные. Лезвия, которые в последнее время поставляются в Россию, конечно, оставляют желать лучшего их качества. Вот. И сейчас мы с Кириллом об этом будем как раз разговаривать. Вот. Впереди большие праздники. Впереди праздник всей Земли практически. Победа. День Победы в Великой Отечественной войне. Каких-то мировых там войн. В данном случае для нашей страны я не признаю, тем более, если ковырять глубоко, еще надо разобраться, от чего спасали американцы Европу. Немножко просчитались, наверное, потому что Сталин переиграл всю Европу, и мы смогли победить в этой войне. И я по данному случаю я планирую в свой автомобиль, у меня есть военный автомобиль, настоящий военный автомобиль времен Советского Союза еще, я планирую, вот завтра должны привезти флаги, сделать автопробег до Кремля и обратно, вот, насколько это будет возможно, то есть, грубо говоря, сдачи, я имею в виду, и назад, сдачи до Кремля и назад. И потом, скорее всего, будет снят ролик. Посмотрим, как будет погода. В принципе, даже погода, может, нам и не помешает. Будет снят ролик о том, как я бреюсь у машины. Мои аксессуары будут стоять на капоте. Вот. И бриться я буду, может быть, для удобства поставлю. У меня есть канистра с краником. Что будет, как и в ролике в одном я уже говорил о том, что неудобно бриться в чашке, смывая пену для бритья, удобнее проточной водой. Но в данном случае никто не запрещает взять канистру с краником. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас мы встретимся с Кириллом и что-нибудь обсудим еще в автомобиле.